Привет, народ! Меня по-прежнему зовут Blacks Infinity, вы по-прежнему на канале Юрий Infinity, и сегодня мы будем смотреть второй трейлер третьего фильма про ежа Соника, синий ежик Соник, наш любимый герой, герой поколений, герой монументов и эпох. И сейчас мы будем наблюдать за визуальным пиршеством. Давайте без лишних слов, да, поехали. Жесть, как у Серджио Леоне сейчас кадры были. Ё-моё. Детектив Пикачу! Пика-пика! Соничук, канон! Соничук, канон! Крис Чан жил не зря. It's time, Shadow. Finally, we will have our revenge. But what good is a dastardly plot if you can't conspire with family? Здесь идут. There's two Eggmen now? Double your villains, double your fun. Any last words? Nice magic marble, real scary. That actually is real scary. Tom, Maddie, we need your help on a super. Knuckles, do you mind? Oh, excuse me. Norm Clonada. Tom, Maddie, we need your help on a super dangerous top secret mission. We're in. Мои любимые персонажи. Люди. Born ready. All right, boys, try and keep up. Come on, Granddaddy-o. We've got. Dirt to do. With Shadow's power, we can rule humanity. О, это же этот из Флэша, где он бегал. That is dark. Space Colony Arc. О, канон, канон! Life's all about the choices we make. Remember to listen to your heart. You're gonna make the right choice when matters the most. Чё, блядь? One hedgehog to another. Who does your highlight? The more you talk. Он убьет Соника нахуй! Застрелит, блять! Как в ШЗХ. Our destiny awaits. You are right about one thing. This ends now. Здесь фан-сервиса навалили. За клоуна. Что за хуйня? Пиздец, я выпал, блять, с этой сцены, нахуй. Блять, это так смешно было, я хуй знает. Пик комедии, нахуй. Блять, пик комедии просто. Блин, короче, я смотрю этот трейлер, мне хочется, чтобы в DLC по Sonic X Shadow Generations, которая выйдет, была какая-нибудь еще лока из фильма, кроме Токио. Лондон там или вот это вот. Какая-то... Где-то они на вулкане, что ли, Flame Core и Sonic 06 решили взять. Блин, а тут сцена как в ШЗХ, когда в этом, в CGI, да? Он лежит, и Shadow сзади... Наверное, прыгнет. Я что-то видел там в споте, он сзади него вот так вот стоит. Сцена. Бля, ну это, конечно, пик синема, где? Вот это пик синема. Shadow дали байк и пистолет. Бля, прикиньте, в DLC обыграют. Ну байк там точно вроде будет в DLC, вроде как. Какую-то там касцену с ним хотят сделать по сливам. В игрушке. Вот это, кстати, из анимешки как будто взяли. Там вроде что-то похожее было. Жесть, реально. Луну уничтожают. Канон.
Он пол луны срезает, как в Sonic Adventure 2. Somebody better call Google Maps. Life's all about the choices we make. Remember to listen to your heart. You're gonna make the right choice when it matters the most. One hedgehog to another. Who does your highlights? The more you talk, the harder I want to hit you. Опять битва на Тайрорском мосту. Ну, кстати, блин, реально, опять... Бля, кадр как будто из «Вдали от дома». Вот это вот. Не знаю. Может, там контракт какой-то, если там снимать, то дешевле будет. Типа, где достопримечательности Лондона пиаришь. Поэтому там снимают. We can rule humanity. When we're done, there won't be anything left. Это люди. Ну, тут вот я кринж словил вот здесь, вот на этой сцене. Прям супер кринж, чё-то. Особенно вот эти лица, типа, бля, нам заплатили по 5 миллионов долларов, пусть это поскорее закончится. Бля, вот тут вот вообще кринж какой-то. Бля, боже. Вообще, что это за хуйня, блин? Пиздец. Упоротый Тейлз. Как в тех мемах, блин. Ну ладно, трейлер нормальный. Я фильм жду, но боюсь. Главное, чтобы кринжа было поменьше. Понятно, что он будет. Но ждем. Надеюсь, будет лучше, чем вторая часть и первая. Все-таки Shadow с пистолетом. Это уже real shit, блин. Вот. Но DLC по фильму для игрушки я жду больше. Ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете по трейлеру. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на мой Twitch, на мой Telegram. И лайки ставьте. Покедова.